Лара. Попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? На воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Пимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихией. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Вероятно, это Пимико! Смотрите, котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила! Эй, идем, там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Им нельзя верить! У вас же оружие! Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвезти нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Нет. Не надо. Пусти. Не спорь. Не спорь с ними, Лара. Делай, что они говорят. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Кто вы такие? Что вам от вас нужно? Тихо! Лара! Начнут вас бухать, мочи! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не трогай их! Не смей! Лара, беги! Нет! Нет! Окружите! Окружить! Только попробуй рыпнуться! Мочите их! Эй, приведите меня! Только не звука! Уже иду! Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех! Кукла. Решила со мной поиграть. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу.
ты тоже бойкая сучка! Еще одна! Взять ее! Вперед! Она мертва? Не знаю! Давай! Выходи оттуда! Бежать некуда! Пушка! Не подходи ко мне!
связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Род, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю, зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Какая-то коробка. Кто же оставил их рядом. Ищите. Хватить или убить? Что это? Тихо, тихо! Вы двое, проверьте там. Понял. Yeah.
Слава богу, ты жив! Да. Бог здесь ни при чем, Лара. Я тоже рад тебя видеть. Боже, как досталось твоей ноге! Да нет, это только на вид страшно. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж, помоги мне. Идем. О, нет. Нет. Ах, только не это, пожалуйста, пожалуйста. Так. Сейчас. Где-то там. Только рюкзак. И все. Вот он. Так. Теперь нужно вернуться к роду. Thank you.
излечим. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план — доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. Помощь! Ну, ты!
это координаты? Он хотел, чтобы их нашли? Сообщу. У меня плохое предчувствие. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Черт.
проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс, а это что за милый лисенок? А, что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. В папу пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задраить люки. Да-да, иду. Ну вот, значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и боднул ее в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. Ну хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, стоп! 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 Он вернется? Я его приведу. Археолог с мировым именем. Исследователь. Сам, как редкая рыба. Вы же всемирно известный археолог, доктор Уитмен. Не буду я спарывать брюхо редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. Без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Яматай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну... Мы справимся со всем, что нас ждет. Ну что, Лара, соберись. На тебя надеются. Что?
Флаг Второй мировой. Кажется, японский. Отсюда никуда не убежишь! Черт! Пожалуйста. Гори в аду.